Что? Ну что? Привет, друзья! Любые хлопчики, девчатка! Мы находимся десь там далеко. Мы находимся где-то там далеко. Здесь раньше была бригада. Мы не раз сюда приезжали. Вы помните? Вон Азим несет пенечки. Видите, какие? Представляете? Привет всем! Какой ужас, в кавычках. О, я еще хорошо легло. Сюда, сюда его отпусти. Да. Не? Ну, можешь. Опусти. Давай. Если хочешь. Чего она? Сюда. Эту яму упала. Какая сухая деревина упавшая, видите, друзья. Тут грязюка. Никуда не подъехать. Нам повезло, здесь балка. Мы уже не раз приезжали, там щебенка, если помните. А здесь вот заехать невозможно. Это та дорога, где у нас есть видео. О, ну там через 2 километра мы там сложились и застряли. Есть такое видео у нас на этой дороге. Вот тут проехать невозможно. Так оно не сильно, ну, видите, натопталось пешком. Мы сейчас вот тут по краю проедем там внутри. И там есть еще сухие деревья. Лежат, заберем. К ногам он цепляется, друзья, видите. Цепляется, да. Через недельку останавливаю машину, делаю двигатель. О, Рома Толстяк прислал видео. Посмотрим потом. Вон там, видите? Вон так далеко видно, да. Наклоненные деревья упавшие. Сюда проедем. Друзья, по травичке здесь аккуратно там камни. Тут территория аж бригады была, тут делали. Склад, вернее, тут склад какой-то был. Ну, все разобрали. А то он какой-то идиот сюда мусор посвозил. Хотя свалка вон там внизу. Вот так вот. А, вот она. Вот там вот свалка, но ее не видно. Странные люди. Есть свалка, зачем-то сюда приперли. Да, снежок он лежит еще. Хотя ее так нету здесь, потому что, получается, солнце заходит быстрее туда и здесь не тает. Но на улице тепло, тихо. Уже весна такая неплохая. Мы находимся 40 километров от Бердянска. Вот Азим. Еще осталось, да? Это корявый остался. А, все. Остался там нижний, широкий. Брать не будем. Сейчас вон посмотрим, витамины вон растут. Видите, сколько витаминов. Мы кушали вкусные. Я уже не раз говорил, как повидло. Прям варенье готовое. Сейчас мы это все будем потихоньку пилять. О, начинает ветер. Ветер начинает, солнце начинает выше подниматься. Ветерок начинает гулять. Ну, это хорошо. Мы сейчас пилять начнем. Уже пилять начнем? А? Уже. Да. Сейчас Азим перекурит чуть-чуть. И начнем. Я перекушу. Перекушу, да-да. Перекусит, говорит. Тебя там пилой еле грызешь. Сейчас, ребята... Там мы проезжали фермера, селитру начали вносить. Друзья, селитра 30 тысяч гривен. Это тонна. Это получается 1000 евро тонна, друзья. Это для своих американских друзей. Я говорю, представьте, это огромная цена. Раньше там 10 тысяч гривен было. Это каких-то там
500-400 долларов все стоило. А она, вот видите, пшеничка. А вы же понимаете, что все сейчас генетика, если ей не дать, чего она хочет, она не даст. Да, этот год, конечно, фермерам придется потратиться на запасы. Вот такая вот озимка, но выжила, видите, выжила. Зима у нас была, я бы сказал, ну, в нашем регионе теплая, большей массе в Украине. Понятно, там в Карпатах еще где-то мело, но таких не было, друзья, перепад. У нас вообще просто снега там подметали. Ну, сейчас тепло. Бывало уже до 15 градусов, кстати, тепла. Сейчас, я думаю, уже 6-7 тепла. Ну, оно, может, не 6, но оно такое вот. Ощущение, как 6-7 уже. Снег не тает, я же говорю, потому что тучки подзакрыло, и солнце поворачивает туда, и не успевает таять. Вот такой, друзья, короткий отчет о нашей работе. Так что март месяц, возможно, там будем стоять, чтобы сохло, ждать просыхать. Ну, как говорится, все будет видно, загадывать не будем. Ну, вот так вот. Ну что, друзья, всем хорошего настроения. Хорошо поработать или отдохнуть. Приятно, что у меня есть, остались немножко друзей, которые не часто заходят, но смотрят. Ну, мы общаемся. Кто будет видеть, мы общаемся с моим другом через Вайбер. Андреем Бауэром общались. Вы видели репортаж его. Сейчас все работают много. Не часто смотрят. Это хорошо, друзья. Поэтому мы, когда надо, переписываемся. Вайбер и Ватсапы. Мы поддерживаем связь друг с другом. На всех уровнях доброты, друзья. Все, удачки вам. И будьте все здоровы, не болейте, друзья. Ну и, как всегда, до встречи на наших курортах Бердянска.